Итак, доброе орское утро. Приехал в Орск, и в Орске, как назло, все затянуло. Притом очень жестоко затянуло. Не знаю. Все думали, что я привезу хорошую погоду, да? А в итоге привез, как это принято, плохую погоду. Ну, ничего страшного в этом нету. Поэтому, я думаю, переживем. Поэтому могу сейчас сказать, кто у нас собирается ехать в Сочи из других городов. Сейчас много открылось направлений, в том числе у нас с Оренбурга открылось, да, не знаю, с Орска откроется или нет, где прямой самолет за 2 часа 15 минут мы спокойно, легко долетели, поэтому, если бы не кричащий самолет, где там дети, там где-то от года до двух они там кричали как резаные, как потерпевшие, в принципе, было бы довольно-таки хорошо и комфортно. Не знаю, но там просто крики, вопли были просто жестокие. Ну, ничего страшного нет, блин. Просто вспоминаю своего ребенка, у меня ребенок никогда не кричал. Кстати, а это закономерность города Орска, да? Я сейчас приехал, да, вымыл машину, еду на машине, и даже не прошло 15 секунд, пошел дождь. Но везет мне, как говорится, как утопленнику. Просто если бы это было в Сочи, я бы даже не расстроился. Но в Орске это реально расстройство. Почему? Потому что здесь пыль, и, соответственно, машина будет грязная от трех капель. Машина будет грязная, как будто ее не мыли, так скажем, целый год. Вот такая штуковина. Хотелось сегодня поснимать с квадрокоптера, некоторые места показать для вас, где, что и как. Ну, наверное, не получится, потому что, блин, ну, не тот вид. И так город мрачный, а еще вот это отсутствие солнца, это все еще хуже, не знаю. Ну, просто жесть. Дорог по-прежнему хороших нету, поэтому мы едем, у нас все вибрация, все трясется. Ну, не знаю, каждому как бы это свое. И что я могу сказать? Ну, сейчас наконец-то увижу родителей. Просто я приехал, они все спали, пришлось взять поехать в гостиницу. В гостинице пару часов поспал, да, время сейчас 11 по местному, а приехал сюда уже половина седьмого. Ну и все, поспал, отдохнул, помылся, теперь можно и зайти в гости. Ну все, всем отличное настроение, всем море позитива и... В общем, хорошего выходного дня. Пока.